Виртуальный музей Химки 1941-1945 «Все для фронта, все для победы» к новому учебному году заметно обновится. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» состоялась рабочая встреча, на которой обсудили грядущие правки и изменения для портала. Сегодня у нас очередная встреча рабочей группы по созданию сайта виртуального музея Химки «Все для фронта, все для победы». Внесены те изменения, которые были озвучены на прошлой нашей встрече. А сейчас мы будем двигаться дальше и оформлять новые разделы. На встрече программисты отчитались об уже проделанной работе, рассказали, какие недочеты были исправлены, а также внесли в разработку два новых раздела – «Народное ополчение» и «Искусство о войне». Туда войдут видео и рисунки воспитанников Центральной детской школы искусств, информация о химчанах, которые вступили в народное ополчение и отстояли Москву в годы войны. Также записали ряд корректировок, которые должны исправить уже к следующей встрече. Это тоже должно стать достоянием и все быть сконцентрировано и структурировано на одном портале. Поэтому опять записали ряд замечаний, которые позволят сделать портал более удобным для его работы. Во время пандемии волонтеры помогали жителям на самоизоляции. В число добровольцев вошли и лидеры движения общественной поддержки – Валентин Герасимов, Наталья Коныгина, Ирина Спирина, Николай Кашников и Инна Монастырская. Неравнодушные люди приносили нуждающимся на дом продукты и лекарства, общались и поддерживали морально. Среди таких горожан были и ветераны. Они рассказывали о своей жизни во время войны. Именно тогда появилась идея создать виртуальный музей, чтобы увековечить память героев химчан. В первую очередь проект рассчитан на подрастающее поколение. С 1 сентября, по информации, выложенной на портале, уже будут проводить уроки по теме «Герой химок».